Айс на крышу. Остальные за мной. Всем занять позиции. Подождем, пока дойдут до центра двора. Есть цель. Влепил, скотиня! Проверим их. Айс, ты прикрываешь. Это ж надо такое, до Припяти дойти без происшествий. И как ты только этот путь нашел, ума не приложу. Сложного тут ничего нет. Сноровка нужна и малость удачи. Вот нам и повезло. А то, может, зона наградила за терпение. Я ж с учеными вон сколько торчал. Да, Герман меня тоже успел достать.
Разведгруппа вышла на связь. Группа, прием. Что там у вас происходит? Майор, надо найти разведгруппу. Выяснить, что случилось. Ха, чертовщина какая-то. Тед, майор, ты поаккуратней там. И все время держи связь. Я нашел группу. Все мертвы. Их кто-то расстрелял. Но следов никаких. Это фанатики, черт бы их драл. Нужно с ними разобраться. У разведгруппы были данные места скопления монолита. В записях упоминается магазин книги. Монолит, мы не слышим тебя. Полковник, тут какая-то чертовщина творится. Внутри здания была толпа монолитовцев, будто бы в трансе. Уставились в кучу мусора и разговаривали с ней. Мусор я обследовал, и обнаружилось интересное. Это нечто вроде антенны. Такое впечатление, что с ее помощью кто-то связывается с монолитовцами, и вот эти сеансы они воспринимают как божье откровение. Все это очень странно. Кто-то явно управляет этими фанатиками. Ладно, об этом потом. Рванули!
Прижмись к стене! Эти твари выскакивают со всех сторон! Что думали, задешево возьмете? Зайдите мной! На! А вот тебя! Получите, твари! На тебя! Продырявил это! Мясо! Живи, сволочь! На тебя, на! В точку! Живи, сволочь! Мясо! Получай! Привет, брат. Здравствуй, слушаю сталкер. Тебя. Как говорит. Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не уплывет. Да что ты? Давай, давай, не задерживайся. Как-то столкнулись в подземельях агропрома кровосос. Закат! Контролер, кровосос, ну ты меня и напугал, чудовище. Контролер, ты на себя посмотри. Тоже мне принц прекрасный. Ну, привет. Чего? 62? Да не может быть. Извините. Проклятая.
Слушаю тебя. Заказ выполнен. Можно забирать товар. Заказ. Привет, брат.
Здесь упоминается центральная лаборатория X8. Возможно, в ней найдется информация о секретных экспериментах на территории зоны. Наши аналитики давно интересуются этим вопросом. Так что не шуми и прячь ствол. Ну, сда... Ну как? Заказ! Здравствуй!
Часовой мертв. Вел себя неадекватно, атаковал меня. Возле точки обнаружен и уничтожен контролер. Понял тебя, майор. Видно, контролер взял парня за мозги. Жаль. Отличный был парень. Из разведгруппы, видимо, та же Петрушка. Из-за этой твари они друг друга атаковали. Ладно. Спасибо тебе. Конец связи. И когда же нас отсюда заберут-то? Учтена каждая мелочь, мать их штабные. Это считается хорошая подготовка, когда из 10 только один выживает. Черт! Да мы даже в бой не вступили! Кириллов, это Ковальский. Нужно проводить майора.
свою куколку к чертовой матери. Аномалия. Тут у всех нервы и так. Бареки поганые. Крышу рвет только так. Видали уже. Ничего. Я им так просто... Просто не дамся. Успеть бы только, если что, побольше тварей с собой на тот свет забрать. За собой тут следить все время надо. И за другими тоже присматривать. Аномалии, тупари эти поганые. Крышу рвет только так. Видали уже. А вот что мне как-то рассказали. Говорит как-то генерал рядовому. Я так вижу, рядовой, ты что-то охрененно умный. Тот такой, кто я? Ну так не я же. Вещевки жалуются. Товарищ прапорщик, а чё мне фигню какую-то выдали? Штаны до колен, рубаха болтается, а рукава короткие, берцы вон сами слетают. Я тут в зеркало посмотрелся, страшно стало. А прапор ему, всё путём, солдат, всё как надо.